Активисты Одинцовского отделения «Единой России» и региональной общественной организации «Волонтеров тыл» успешно выполнили очередную гуманитарную миссию. За 9 дней участники конвоя объехали все новые субъекты России, чтобы передать бойцам личные посылки от родственников и гуманитарную помощь. В общей сложности 2 тонны необходимых участникам СВО вещей. Отдельный груз конвой доставил в социальный центр Донецка. В общей сложности участники миссии преодолели более 5000 километров.